второй половины 20 века теме инвалидизации не уделяли особого внимания, равно как не имела она массированной информационной поддержки. Вывести из тени людей-инвалидов помогло переосмысление ситуации, изменение системы ценностей, повышение уровня социального развития. В 1971 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о правах Так начался процесс восстановления прав и условий жизни инвалидов, чтобы с этой точки зрения они могли приравниваться к обычным людям. Существует в мире множество профессий, в которых нашли свое значимое место, я так назову, особые люди, о которых я хочу сегодня вам и рассказать. И в свете рубрики «Музыкальная история», конечно же, это будут истории о музыкантах-инвалидах с ограниченными возможностями, но добившихся невероятных успехов и призвания. Несмотря на сложности со здоровьем, он стал одним из наиболее запоминающихся голосов современной оперы и поп-музыки. Один певец сказал так о нем: «Я имел честь петь самым красивым голосом в мире». Андреа Бочелли. Андреа Бочелли, итальянский оперный певец, родился в 1958 году в провинции Тоскана на ферме в небольшой деревне Ладжатику. В 6 лет начал учиться играть на гитаре и саксофоне. Страдая недостаточным зрением, он стал полностью слепым в 12 лет. Несмотря на очевидные музыкальные таланты, Бочелли не рассматривал музыкальную карьеру как свою. Пока не закончил юридический факультет университета в Пизе и не получил звание доктора. Только тогда Бочелли стал серьезно заниматься своим голосом со знаменитым тенором Франко Карелли, попутно зарабатывая деньги на уроки, игрой на фортепиано в различных группах. Первый прорыв Бочелли как певца произошел в 1992 году, когда Зуккеро Форначиари искал тенора, чтобы записать демо с песней «Мизерера». Бочелли выступал со знаменитыми певцами, такими как Паваротти. Бочелли гастролировал в Нидерландах, Бельгии, Германии, Испании, Франции, США. Андрей имеет большую дискографию. 24 миллиона компакт-дисков, проданных в 5 континентах. Андрей Бочелли – единственный певец, которому удалось слить воедино поп-музыку и оперу. У него огромное количество обожающих его поклонников. В Германии он постоянный гость на хит-парадах, а за океаном он вообще предмет восторга. В биографии певца есть значимое место. На музыканта обратил внимание сам Папа Римский. Святой Отец принял его у себя в своей летней резиденции, чтобы послушать в его исполнении гимн «Юбилей 2000» и выпустил этот гимн со своим благословением. У него очень красивый голос, тембр. И так как Бочелли поет по-итальянски, у публики создаются ощущения приобщения к своей культуре. Для масс именно это пробуждает их хорошо себя чувствовать, объяснила вице-президент фирмы Philips Лиза Альтман. Успех более определяется даже личностью Бочелли, чем его голосом. Он очень сильный духом, смелый, он ходит на лыжах, занимается конным спортом и выиграл самое главное сражение. Несмотря на возможности, он сумел вести нормальный образ жизни. Он счастливо женат, у него 2 детей, и он является прекрасным семьянином с крестьянскими корнями и традициями. Пианино принесло мне множество положительных моментов, утешение, мужество, благодарность и сострадание. Вот лишь некоторые из них. Оно также дало мне возможность встретиться со многими друзьями по всему миру. Слова из интервью южнокорейской пианистки-инвалида Ли Хиа, которая является героиней следующей нашей истории.
Девочка-инвалид родилась всего лишь с 4 пальцами на руках, по 2 на каждой руке. В 3 года малышке еще пришлось ампутировать ноги ниже колен. Девочка должна была привыкать к тому, что большинство радости жизни ей недоступно. В 7-летнем возрасте встал вопрос о будущем. Ли не могла даже держать карандаш, и мать решила помочь ей научить писать. В качестве тренировки девочке позволили нажимать клавиши пианино. И постепенно она поняла, что может извлекать из инструмента не только хаотические звуки. Постепенно новое занятие захватило Лихиа, и она начала заниматься, все больше отдаваясь этому инструменту. Юная пианистка работала с достаточно сложными произведениями. 5 лет у нее ушло, чтобы выучить отрывок из «Фантазии» Шопена. Однако, представляете, ей это удалось. Девушка получила первую премию на национальном студенческом музыкальном конкурсе Южной Кореи и в дальнейшем выиграла еще немало конкурсов. И, наконец, я хочу рассказать об Алексее Романове, уникальном русском пианисте без кисти рук. Алексей родился в Зеленодольске. С рождения у мальчика не было кисти рук и одной стопы, и родители отказались от малыша. Он был вынужден осваивать непростую науку выживания без пальцев в детском доме для инвалидов. В биографии этого молодого человека имеются сложные времена, но именно они позволили ему познакомиться с инструментом, который займет самое значимое место в его жизни. Потому что, когда он нажимал на клавиши, он выливал все свои волнения и переживания, он выплескивал эмоции и постепенно решил совершить невозможное – научиться играть на этом инструменте. Его первым учителем стала Аида Ахметшина, преподаватель музыки детского дома. У мальчика был прекрасный слух, но нотной грамоты он не знал. На одном из утренников Алексей впервые выступил перед зрителями, играли с преподавателями в 4 руки. И во время определенной Алексей нажимал одну или несколько клавиш. Из интервью Алексея Романова, газета «Вечерняя Казань». Подбирая аккорды на слух, а потом помогли друзья. Одна знакомая скрипачка научила азам нотным. А другая подруга-пианистка подсказывала, кого из композиторов мне стоит слушать. Скидывала по почте партитуры. Он начинал с простых детских песен, вроде «Елочки». С помощью репетиторов он сумел стать настоящим пианистом. В 16 лет уникальный музыкант выступал вместе с камерным оркестром в Государственном большом концертном зале имени Сайдашева, Казань. Не менее удивительные другие примеры мужества людей существуют в нашем мире, которые ограничены от природы или по силу обстоятельств. Вот такая неимоверная сила духа людей, казалось бы, с ограниченными возможностями, но которые в большинстве случаев пример нам, людям, которые имеют все, которые могут просто взять и научиться играть на любом инструменте. Всемирно известный оратор Ник Вуйчич в своей книге «Жизнь без границ» пишет: «Жизнь часто кажется нам несправедливой. Трудные времена и сложные обстоятельства заставляют нас сомневаться в самих себе и ведут к отчаянию. Мне это очень хорошо известно. Столкнувшись с любыми трудностями, находи в них чистую радость. Мне потребовалось немало лет, чтобы усвоить этот урок. Но теперь я это прекрасно понимаю. И знайте, что самое трудное в жизни – понять самих себя и поделиться своими дарами с окружающими. Если вы один из тех, кто каждый день ведет тяжелую борьбу, помните, что в моей жизни была не только борьба, а еще ощущение смысла и цели жизни, благодаря чему жизнь моя стала такой, о какой я и мечтать не мог. Автор книги был рожден без рук и ног, но при этом смог научиться жить полноценной жизнью. В своем произведении он рассказывает читателям, как ему это удалось. Конечно, в его жизни были тяжелые периоды, но прошло время, и он осознал ценность жизни, понял, что можно наслаждаться жизнью
даже без рук и ног. Сейчас он занимается серфингом, плавает, ездит на рыбалку. Автор книги умеет быстро печатать, у него 2 высших образования. Он женат, имеет 4 детей, 2 из которых девочки-близняшки. Оглянись вокруг, поверь в себя.